В одной из больниц Барселоны родился младенец с микроцефалией, вызванной вирусом Зика. Этот случай стал первым в Испании и во всей Европе. Мать новорожденного заразилась лихорадкой во время путешествия по Латинской Америке. Заболевание у нее диагностировали на 20-й неделе беременности. Женщина решила сохранить ребенка. По словам врачей, состояние младенца в настоящее время стабильное. Он стабилен и не нуждается в подключении искусственной системы дыхания. Он будет находиться под контролем в отделении для новорожденных. В Испании зафиксировано в общей сложности 190 случаев заболевания лихорадкой Зика, более 20 из них у беременных женщин. Большинство заразившихся путешествовали за границей. Впервые вирус Зика был обнаружен в Уганде в 1947 году. В 2015-м началось его активное распространение в Южной и Центральной Америке. Лихорадка Зика, вызванная вирусом, это острое инфекционное заболевание. Считается, что взрослые переносят ее довольно легко. Тем не менее, лихорадка опасна для беременных женщин, поскольку может вызвать микроцефалию у их будущего ребенка. При этом заболевании младенец рождается с аномально маленькими черепом и мозгом, что приводит к умственной отсталости.